Вітаю вас! В ефірі програма «Влада таланту» і сьогодні у нас завершальний випуск з циклу, присвяченого талантові Миколи Васильовича Левицького, українського арчільного батька і багатогранного діяча. Минулого тижня до нашої студії завітав його нащадок Ігор Євгенович Левицький, і сьогодні ми продовжуємо бесіду з племінником. Вітаю вас, Ігоре Євгеновичу. Дякую, вітаю вас. Багато чого ми обговорили в минулому випуску, а багато що і не встигли. Якою був Микола Васильович людиною? Маю на увазі людські якості, його особисте життя, його родину. Адже його як професіонала ми вже багато разів розбирали в цьому циклі. Смотрите, от як людина, я вам хочу сразу сказать, что вот когда я начал читать и смотреть, и изучать, нет, изучать, наверное, я не дошел еще до этого, нет, не Маковы, а смотреть, хотя бы набирать материалы, начинать понимать, с какой особенностью я, вот, мне довелось столкнуться, и то, что это мой предок, это очень ответственное, конечно. Так вот, чтобы ответить на ваш вопрос, вот сразу как-то я уловил, я вспомнил своего отца, и вот видя то, как делал Микола Васильевич, как он реагировал на разные ситуации, какие вот, какая-то вся эта информация, мне показалось, что это, ну вот, это копия вот их внутреннего, скажем так, мира, характеров, их отношения к жизни. И мне это, конечно, очень приятно, потому что отца я очень, конечно, любил и люблю. И вот он всегда был для меня примером. Это люди кристально чистые, это люди благородные, без дну. Это люди, которые всегда придут на помощь, если кому-то она нужна. Это смелые люди, это ответственные люди. Это, ну, вы понимаете, все вот положительные качества, которые я без сомнения могу вот отдать в их пользу. То есть люди любящие, люди добрые. Вот вроде простой, но очень сложный вопрос, потому что, я еще раз говорю, вот все положительные качества, без сомнения, нет ни одного, что бы я мог бы сказать, а вот здесь немножко не так. Нема. Ну, родина в Миколи Васильовича була, родина, дружина, діти, да. Як у нього все склалося? Да, зараз я отвечу на этот вопрос. Була і не одна. І мой внутрішній голос вот подсказывает, что он не очень был счастлив ни в первый раз, ни в другие. Значит, первое, это тоже интересная история, как они познакомились. Он в то время, Микола Васильевич в то время работал в статуправлении, в статистическом ведомстве, здесь, на Елисаветградщине. Однажды, в то же время, он перед этим, уже это говорилось, да, он уже закончил юридический факультет, то, что позволило ему вот, реализовать его задумки по артелям и кооперативам, потому что там... Ладно, не буду к этому. Фокус заключается в чем? Почему его юридический опыт помог ему? Потому что для того, чтобы в те времена организовать какую-то вот артель или еще, надо было обращаться в Санкт-Петербург. И только тогда могли соизволить, а скорее всего нет, и закрыть на этом деле, как говорится, лавочку. А он как юрист, он придумал, он наработал статут, и все это дело провел вот через местные власти. И тогда это получилось.
Вот. Так, о родине. Значит, работа вот в статистическом земстве, он получал, видимо, письма какие-то, на которые отвечал. И вот так у него завязалась переписка с Евгенией Ивановной. Она россиянка. Какие там проблемы были, я, честно говоря, я не помню, но вот завязалась между ними переписка, они очень долго переписывались. Все это очень хорошо написано у него, как мне кажется, ну просто замечательный рассказ, заочное решение, потому что у него там есть наброски какие-то, вот, а здесь заочное решение, вот там все это дело прописано в дневниках. Завязалась переписка, они, прошло время, они как-то потянулись друг к другу, потом встретились. И почему заочно это решение? Потому что заочно, вот они, вот, собственно говоря, мало общаясь, как говорится, глаза в глаза, вот они как-то у них вот зародилось вот такое вот чувство, такое чувство. И она приехала к нему, и они расписались, они было. Детей не было. Детей не было. Это было, если я не ошибаюсь, это где-то 1888, 4 года они, потому что в 92-м году, 1892 году, они расстались. И я нашел запись в его дневнике, что расстались как люди. Ну, чужие по характеру, скажем так. Там у него на украинском вот это море написано. Ну, чужие по характеру. Вот. Некоторые знатоки говорят, что был такой интересный факт. Я сам не видел, не читал, что она достала в это время, когда они расходились, достала его красные шаровары, порезала их, вот, и сказала, а все равно мы вас победили. То есть россияне победили украинцев. Трудно сказать, как это все это может происходить. Но вот такой, говорят, был факт. Не состоялось. Не состоялось, но, может быть, вот я смотрю это и смех, и грех, может быть, это и неплохо. Почему? Потому что ему через два года он создал свою первую, по просьбе селян федворских, он создал первую артель. Как оно было бы? Ну, наверное, бы она не была бы помехой ему в этом деле, но, может быть, не так бы семьей, будучи семьянином, может быть, не так бы он мог себе позволить. Да, наверное, позволил бы. Потому что он практически дома не сидел. Он был постоянно в разъездах. Он везде и на Украине, и лекции читал, и помогал организовывать артели. Так мало того, Украина, а Россия, а посмотрите, это и Сибирь, и Урал. Ну, где только его не было. Ну, там уже в предыдущих передачах говорили. И Вятка, и... То есть человек был полностью отдан своему делу. Не состоялось одно, состоялось другое. А вторая его половинка, ну, это уже я тоже не нашел, когда, а не точно. Но это где-то порядка уже в 20-х годах случилось. Это Вера Антоновна Сикачинская. Вот, он был уже, конечно, в хорошем возрасте к этому времени, но, тем не менее, вот она, как жена его выступала в то время. Я не знаю, расписаны они были или нет, но, наверное, расписаны, потому что раньше гражданские браки были. Не знаю, чего не знаю, этого, о том не буду говорить. Чем закончилось? Закончилось тем, что он пришел, когда его останний день, в 36-м году, и из выписки я нашел в городском нашем архиве,
он, я так понимаю, что был один, потому что вызвали, уже приезжал, кто там у него, брат или кто, я не знаю, Сикачинский, который как, ну, не родственник, но как, ну, может быть, как родственник. Он фиксировал это, то, что произошло, смерть его. И на кладбище они лежат рядом, Микола Васильевич и Вера Антоновна Сикачинская-Левицкая. Тобто вона померла першою? Ні, он. Она через 20 лет ушла. А он, когда он уходил, я так понял, что ее возле него не было. Потому что приезжал, ну, родственник какой-то из Сикачинских. Констатировать. Тобто це говорить про те, що вони розлучилися також? Ну, я не знаю. Ви не маєте? Нет, не оперуєте такими фактами? У мене нет этих данных. Ну, если не разлучилось, не знаю. Не знаю. Ну, во всяком случае, мне вот сердечко подсказывает, что там не все было благополучно. Как в первый, так и в другой раз. По большому счету и до конца. Как говорится, душа в душу и до последней секунды разом вместе. Думаю, что такого не было. Почему, я не могу ответить. Якою, на вашу думку, є, підкреслю, об'єктивна вага вашого знаменитого пращура? От в історичному екскурсі українському і в економічному? Я вважаю, що основна його, основне його достиження – це те, що він встав на защиту обездоленного, обескровленного селянина на то время, когда это искусственно, теперь уже понятно, это искусственно было организовано для того, чтобы селянин бросил землю, ушел на фабрики в пролетариат, ну а дальше результаты пролетариата и его вождей нам известны. Я не буду говорить, хорошо это или плохо, но вот такая была государственная политика. Он не лозунгами и не призывами и не какими-то вот ах-ох, а он реально помог селянам встать на ноги. И вот мне часто, вот буквально сейчас, вот мне напомнили, так у них же ничего не получилось, что там, ничего особенного не произошло. Нет, я сто раз не согласен и скажу, что произошло перелом в сознании. Человек, он невидим, его нельзя потрогать, но они начали понимать, что они люди, они обрели уверенность в себе, и они продолжили вот то святое дело их отцов, остались людьми. То есть их не растоптали, не вогнали в грязь и не превратили в марионеток. Это первое то, что вот я считаю важнейшее. Вот они распали. Ну что? Да он пишет в своих воспоминаниях, так это же хорошо, что они, ну как, нехорошо, но во всяком случае это нормально. То есть для них артель это был костыль, условно он говорит. Все, они пошли ножками своими, ногами своими вперед, дальше. Костыль им не нужен уже, они отбросили его. Да, какие-то артели там ушли, как-то это дело поломалось. Но еще раз говорю, на психологию он, человеческую, селян в частности, огромное впечатление произвел. Хотя какие у него были оппоненты в то время, если назвать их оппонентом, это Струве, это Ленин, которые очень жестко критиковали его. Ну, потому что он мешал их видению и политике. Вот. А он выстоял, он не сломался, он, правильный был человек. Это первое. А второе, я считаю, это то, что он оставил после себя такой пласт знаний. Вот знания я имею в виду творческие, вот культурного наследия.
культурного слоя. Это его и национально-патриотические стихи, которые сейчас, это один к одному, вот все, что было 100 лет тому назад, то же самое. То есть он призывает людей, он не призывает людей, допустим, все, идем бороться, идем сражаться, идем друг на друга стеной. Нет, он говорит, культуру надо поднимать в себе, чтобы и достоинство удерживать, чтобы нас не сломали, скажем так. Вот его, и все его статьи по кооперации. В конечном итоге, между строк оно видно, что на этом стоит его идеология. Я же еще раз говорю, его стихотворение на этом, вот на этом направлении. Ну, куда же еще больше человека-то одному вот осилить вместе с практической деятельностью еще и вот взять на себя вот такую работу по подъему национального подъема. Это, я считаю, что очень важно. И вот, собственно говоря, почему я занялся вот, допустим, ну, я даже не знаю, популяризация, это, наверное, это неправильное слово, а это не популяризация, это попытка донести до наших сообществ, наших людей, вот то, что мы не одиноки, было в то время, это удивительный, конечно, век, было в то время была масса, огромное количество людей замечательных, прекрасных, целеустремленных и которые были заряжены на положительную ноту вот, по отношению к украинскому и к Украине в целом. Но такой глыбы я не видел. И историки, собственно говоря, мне подтверждают, что такой величины вот, в разных направлениях не было. И вот, собственно говоря, знание и понимание этого, то есть не мои там какие-то родственные амбиции и так далее, вот, нет, совершенно не это движет мной, а надо вернуть его нашему обществу, чтобы наши современники, да современники, ладно, бог с ними, молодежь наша знала и понимала, какие были люди, которые выстояли, прошли все это дело для того, чтобы ну, теперь нам не растеряться и по дороге не растерять все это наследство и богатство. Вот, собственно говоря, моя задача. Ваш пращур був дуже активний на багатьох фронтах. Ми вже не будемо повторюватись на яких. І в тому числі йому було небайдуже і тогочасне театральне життя. Я знаю, що він відвідував вистави і навіть листувався з деким з корифеї. Детальніше про це. Я не смогу, наверно, очень так где-то полно ответить на этот вопрос, потому что моих знаний общего плана не хватает. Еще раз говорю, потому что я совершенно был занят, был совершенно другими вещами по жизни. Но, чтобы попытаться ответить на ваш вопрос, скажу вот что. То, что я знаю, что действительно Карпенко Карл, да, вот это его, товарищ его вот, по жизни, по молодости. Там были у них какие-то расхождения. Потом они пришли друг к другу. Карпенко Карл написал пьесу «Понад Днепром», где главным героем Мирон это прописан Микола Васильевич Левицкий. И играл его, кстати, Саксаганский, эту главную роль. То есть он со многими был, особенно в Елисаветграде, это и Леся Украинка, это и Русовы. Да, действительно, он был близок вот к этим литературным и не только к литературным, но и к искусству. Почему? Потому что я думаю, что ответ очень простой. Потому что внутри него вот, искусство жило. Он с детства он писал какие-то рассказы, вот, как он вспоминает, вот, когда они жили там, когда были студентами.
тоже здесь на Золотопольской гимназии, он ночью на каких-то обрывках пишет какие-то там истории, записывает какие-то... То есть у него внутри это все это было. И поэтому, наверное, и поэтому, может быть, и ему легко и было интересно общаться с подобными людьми, творческими людьми. По фамилии мне трудно сказать, но это факт, что его и приглашали, да, и в Киеве. Заньковецкой Марии он посвятил 2 стихотворения. Переписка там какая-то, там небольшая переписка, телеграмма, допустим, это поздравительные какие-то. Ну, куда ж еще больше? Как сумел, отвечу на ваш вопрос. У ваших дослідженнях, куди ви будете рухатись далі? Бачу, у вас якийсь нагрудний знак, от підсумок цього всього, цієї проведеної роботи. Що ви плануєте робити далі? Розкажіть детальніше про цей знак. Перше, от куди двигатися далі? Вот буквально час тому назад, я, как говорил, уже был в вашей областной администрации, где меня очень приветливо, и я увидел с пониманием и с желанием откликнуться вот на письмо наше, которое было написано Спилкой краезнавцу, принято в 19-м году. Анатолию Васильевичу исполняется 160 лет со дня рождения. И вот К этому времени хотелось бы, чтобы мы смогли побольше, как можно больше рассказать об этом замечательном человеке, чтобы люди знали, какие здесь замечательные люди жили и посвятили свою жизнь. Для того, чтобы в 19-м году, в конечном итоге, а не секрет, что он оказался в забытии, да? Меня спрашивают, а почему он оказался в забытии? Трудно сказать. А вот иногда мне приходят мысли такие грустные немножко. Почему его должны чествовать, когда он, я же говорю, он стоял на пути тех вождей, которым совершенно другая нужна была политика. Он стоял у них, как кость поперек горла. Это первое. Потом смирились и по его начинанию организовали колхозы, да. Но колхозы-то это не то же самое, что его артели. Это колхозы из-под палки и без души. Да, туда влили огромные деньги, да, трактора и так далее, 5-10. Но чем закончилось, это тоже, к сожалению, известно. Вот. И, может быть, это не случайно, что это отозвалось в дальнейшем, пока он жив был, он пользовался огромной популярностью среди населения всей Украины. И песни его пели, и его почитали, его уважали, его решением вот это предлагали назвать и школы, и так далее. Выделялись деньги, но это на уровне Украины. На уровне России там был замок на эту тему. Там, я не знаю, табу или нет, но нигде. Однажды я в интернете, когда я только-только начинал, я прочитал. Опа, да, Микола Васильевич, это какой-то агроном с Украины организовал там что-то, ну как это, вот такая вот информация. Ну, отже, ви будете грамотну інформацію нести в маси і далі. Я вам дякую за цю зустріч. Наш ефірний час добіг кінця. Думаю, що цей цикл знайшов свого глядача, свого слухача. І хтось щось дізнався, те, що треба було дізнатися, об'єктивну істину. А нашим телеглядачам я нагадаю, що сьогодні в ефірі «Влади таланту» ми завершуємо цикл програм, присвячених українському артільному батькові Миколі Васильовичу Левицькому. В нас в студії сьогодні гостем був двоюрідний племінник цього пана, це Ігор Євгенович Левицький. Ефір для вас провела Марія Ларченко. На все добре!